Ну, кошак, все, как же ты без меня теперь будешь жить? Ладно, вроде все расписал. Захочет, прочитает. Томас, меня достала наша эта сраная деревенская жизнь. Каждый день играем с тобой в кошки-мышки. Я переезжаю в город. Прощай навсегда. Центральный вокзал. Вот это жизнь. Даже можно довести меня с багажом. Вау, какая красота. А это что за херня пристала? Пойду дальше. Да ёлки-палки. Да отцепись ты от меня. Нихера они тут башенки отстроили. Ой, ой, вот это страшилище. Эй, мадам, дайте-ка вы мне пройти. Все-таки классный этот город Манхэттен. Надо бы тут хату где-нибудь снять. О, бабоньки! Здорово! Я вас на новую хату потом позову. Это ж надо было так угораздить попасть в канализацию. У нас в деревне столько машин нема. Ой, что это такое? Так, и где я? В ресторане, чё ли? Пойду я? Ой. Ой! Ёлки-палки, женский туалет. О, круто, отсюда хоть можно весь город увидеть. Ой, я не хочу умирать. Меня кот за все сезоны не смог сожрать. А тут просто упасть и умереть не хочу. О, мадам, позвольте вас пригласить. Извините, мадам, я с вами расстаюсь. И вам до свидания, мадам, был незабываемый танец. Ой. Ой, сейчас чихну. Ой, ёлки-палки, ни хрена себе. Мужики, у нас хороший сегодня ужин будет. Ой, где я? Ребятки, вы чего? Я не вор, не-не-не, я ничего, я случайно забрел. Господи, дурдом в этом городе. Лучше моего родного дома ничего нету. Отлично, он его даже не прочитал. Томас, дорогой мой, я дома. Я больше тебя никуда не брошу. Ты чё? Все, пока. Так, аккуратненько. Еще взять. Ты далеко собрался? Ой, жрать хочешь? На-ка, закуси пирожком. Вот дурачье, даже в хату свою попасть не может. Да твою ж мать, я теперь из-за него белый. Как мне оттираться? Внимание, внимание. Постой в лаборатории. Бежал белый мышонок. Проблема в том, что он проглотил взрывчатку. Так, а вот и мой шанс его одурачить. Ну нахер, я гостей сегодня не жду. Это что такое? Здорово. Ой. Надо нахер вызывать. Эй. Я прыгаю. Нет, стой, сейчас все взорвется. Я не дозвонюсь. Я прыгаю. А потяжелее. Да я тебя сейчас, не подходи. Я могу себя ударить. Эй, слышь, больно. Ну что ты теперь без своего молоточка будешь делать? Тьфу. Я и так умею. И что ты на меня уставился? А, так это ты. Паразит. Я себя сейчас ударю. И чё? Слышь ты, гвоздик, мне по барабану. Бей себя сколько хочешь. Что ты думал, я не догадаюсь, что это ты? Ну да, я пошутил, с кем не бывает. А ну-ка пошел вон из моей хаты. Ты уже успел опять перекраситься? Я ж тебе сказал. Пошел вон с моей хаты. А что это ты не смываешься? Ты что, себя корректором, что ли, обливал? Томас, а я здесь. Ты что, настоящий, что ли? Только что передали, что мышонок не взрывоопасен. Ха, отлично, значит обоих вышвырну. Одного вышвырнул, теперь твоя очередь. Не, ну нахер, я в этом не участвую. Никогда не верьте новостям.